многомозжие. Наконец, стала нащупывать пути к своей сущности. Щупы мои стали разворачиваться и прорастать в разные миры. Я чувствую и даже зрю множество их. Глазами под прикрытыми веками. Как будто в марганцовку налили перекись водорода, и пенный стол поднялся до потолка. Так эти щупальца прямо на глазах стали материализовываться, казалось бы, из ничего. Но нет, они растут из моей осьминожьей головы, в которой бьется три сердца. И каждый щупалец обладает своим собственным мозгом и может принимать решение двигаться самостоятельно. Три сердца и многомозжие. Таково первое приближение к моей подлинной сущности, многомозжие.